мозг. Вот. Ну, пример. Вот. Так получилось, что вообще для меня этот сезон был максимально экстремальным. Сначала у меня был солнечный удар. Время съемок. Да. Плюс 32. Я не знала. И просто мне стало плохо, и мне стало мутить. И потом оказалось, что это был солнечный удар. Я думаю, ну ладно, ничего страшного. Ну, бывает со всеми. Потом я еду на съемочную площадку и попадаю в аварию. И у меня подозрение на сотрясение мозга. Я говорю, ребят, все хорошо, я готова сниматься. Давайте мне. Нет, Ален, там может быть что-то, надо ехать. И, в общем, пол съемочного дня я провела в больнице, чтобы узнать, все нормально. Я здесь. Я здесь. Я жива.